потому что ночи холодные, уже длиннее, звезды, урожай собран уже практически весь, но еще лето напоминает что? Вот такие прекрасные дни. То есть у нас к нашему названию «Встреча друзей» есть добавочка. А добавочка – это та, которая называется у маэстро стихотворение. Августа ведь еще не осень. Короче говоря, такая зарисовочка. Август еще не осень. Август еще не осень, еще так дни длинны, и у березок косы еще повсю зелены, и ласковое солнце спешит нас всех обогреть. И песней сердце льется, и хочется жить и петь. Вспорхнули аккорды гитары в ласковой тишине, и романс позабытый старый вновь сердце волнует мне. Ночь светла над рекой, тихо свет луна не блестит, серебро голубая волна, темный лес подпеваем камыши изумрудных ветвей. Во-первых, звездопады и луна. Вы знаете, в среду с 10 на 11, я пол 11 вышла на балкон, а у нас так, ну, есть, у меня пятиэтажный большой дом, а тут два двухэтажных сороковой постройки в центре. И я ошалела, другого слова нет. Над двухэтажным домом вот такой величины висит луна. То есть совпадение плоскостей, луна и дом. И получается, что она идет по дому. Утром я встаю в компьютер, потому что полседьмого я информацию читаю. И там написано, с 10 на 11 ночью луна подошла максимально близко к Земле. Это бывает редко. То есть она подходит, уходит. И поэтому она огромная. И вот она шла по двухэтажному дому. Ну, дорогие мои друзья, я же вас люблю, я должна же вам сказать еще одну информацию, что сегодня ночью, у кого свой дом, кто на даче, кто на балконе, выходите ночью, сегодня ночью будет звездопад, и это даже не созвездие, это осколки метеорита, который называется Персеада, и вот сегодня будет огромный звездопад. Это тоже сегодня прочитала, поэтому я вас приглашаю любоваться. И вот поэтому, что ночи особые, и мы сейчас продолжим. Тема ночи. Ночь – особое состояние. И каждый вспоминает юность, студенчество, колхозы, все что угодно. Да, еще хочу сказать, особенно авторы, не надо в их произведениях искать чисто биографии или что. Автор тему видит, да, и хочет в ней присутствовать. И сейчас прозвучит мой авторский романс, который называется «Любви уходит ночь».
печально, встретившись глазами, увидеть то, что не сбылось. Уж не гонят они огнями, и счастье в них не разлилось. Дороги разошлись, напрасны встречи, когда в душе задуты свечи. Любви уходит ночь, погас костер утру, и разлетелись прочь все искры на ветру. Любви уходит ночь, погас костер утру, и разлетелись встретить новую любовь. Но только очень осторожно, чтоб не обжечь нам крылья вновь. Дороги мы найдем для этой встречи, и вновь в душе зажгутся свечи, и вместе любви пройдет до ночи. К утру не разлетятся прочь все искры на ветру. Любви пройдет та ночь, костер сгорит к утру, не разлетятся прочь все искры на ветру. Thank you.
чего сейчас? А теперь любопытный переход из темной ночи. У меня еще в далекой юности я написал интересный такой вопрос. Что за этой ночью, непокой воочию, скуки многоточие, утро или мгла? Что за этой ночью, муки или почесть? Что за этой ночью, твоих черных глаз поем? Очи черные, очи страстные, очи жгучие. Говорят, не надо быть уверенным на 100%, но я точно знаю, что вот эта песня, которая «Скоро осень за окнами август», она написана в 66-м году, уже прошлого столетия. Написала не поэтесса, писательница Инна Гоф. Вот эти вот нежные такие строки, да? А музыка Яна Френкеля. Итак. За окнами уже. Скоро осень, за окнами август. Вещь, как и штык на штык пошел войной. И штык с штыком идет.
стыкую, кто-то же держит. Вот такие приемы называются трогать. И вот он специально, знаете, когда это не просто специя к пище, а когда это специи больше, чем пищи. И вот да, и то есть когда все состоит из тропов, он специально такой попробовал интересные вещи, и это называют этюды поэтические, любопытные. Вот, пожалуйста, познакомь. Можно сюда встать? Стали гибнуть. Володя, прошу прощения. Ну что, снимай? Вот это место. Да, да. Меня не загораживай. Я стихи ударные с утра выбивал из старого ковра. Оказалось, столько славной были у советской легендарной пыли. Стали гибче деревья качаться, проявляя свой ветреный шик. Вновь тепло начинает кончаться, скорым поездом осень спешит. Мне не жалко палящего лета, молодит меня свежести дух. Осень, Пушкин сказал, для поэта. Ну а лето, понятно, для мух. Сегодня солнце, видимо, в тоске. Его лучи висят на волоске. Вчера же было все в мажорном цвете. Лучи свисали бодро, как спагетти. Когда стихи веселые пишу, и я на уши вешаю лапшу. Мне от детства никуда не деться. Знают все, как этот возраст мил. Но боюсь я в зеркало смотреться. В нем живет зануда крокодил. Я секрет открою вам, ребята. Крокодил во всем большой нахал. Он мои очки куда-то спрятал, чтобы я себя не узнавал. У снега запах тишины, у солнца запах шика. У ветра запахи слышны светло и многолико. И лишь когда поет прибой, то пахнет музыка тобой. Вот такие коротенькие, а вот уже подлиннее. По двору апрельский дождь горошит, вальс танцует брызги на окне. Мне приятно думать о хорошем, о свидании думается мне. Бодро умываются деревья, жухлых листьев стряхивает сорт. Начинает день моя деревня под нестройный петушиный хор. И пока природа не под плугом расправляет перышки свои, дифирамбы шлют своим подругам из-под стрех амбарных воробьи. С ночи льет дробя дождинки мерно, за душевной музыкой вода. Оттого приснилось мне, наверное, будто ты в ответ сказала «да». Душу сладкой свежестью весенит, и под шепот, что дождем разлит, кажется, как будто сам Есенин про весну со мною говорит. А вот еще одно смешное. Мы с экстрасенсом хлопнули початки. Когда, покинув сумрачный астрал, он заявил, что мне почистил чакры и ауру мою подрихтовал. Он говорил, что чудо нынче в моде, до магии порой лишь только шаг. И коль запрос на это есть в народе, то срочно нужен экстрасенс и маг. Мы ели пиццу, вспоминали пыли про чудеса красавицы земли. Но тут пришли, при мне его скрутили и прямиком в больницу отвезли.